Городской бюджет не дает покоя не только чиновникам, но и многим простым ивановцам. В пятницу в узком кругу состоялось обсуждение документа, который в скором времени предстоит принять депутатам городской думы. Благоустройство, самое интересное, выделили больше миллиарда в этом году. Так вот, где расписаны эти программы? Они их будут после того, как денежки дадут? Вот у них обычно такая вот фишка так. Опаньки, нам надо что-то асфальтировать, давайте думать что. Получается, что бюджетные деньги на благоустройство, по сути, идут на привлечение депутатами-партийцами своего электората, либо расходуются по ситуации. В проекте бюджета масса таких лазеек. Мы сегодня откликнулись на просьбу гражданских активистов, известных, по крайней мере, в интернет-сообществе, вот, которые пожелали поделиться своими подходами, предложениями по бюджету, и вот начали уже обсуждать ряд проблем. И действительно, проблемы, которые стоят перед городом, но бюджет их, по крайней мере, не замечает, эти проблемы. На содержание самой городской думы в 2014 году будет выделено на 50 миллионов больше, чем в 2012. С чем связаны такие расходы и в каких отраслях эти деньги были бы гораздо нужнее, участники гражданского обсуждения выскажут на слушаниях по бюджету. Вот только повлияет ли это на главный финансовый документ города, пока вопрос открытый. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.